Это Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну что, вы на слушание приехали, мне да? Мне интересно посмотреть, кто у нас расписывается за все. За все за. Внизу, вы говорите, перенести слушание, да? Ну, на другой этаж, да, как бы вниз. Ну какой другой этаж? Вот видите, мы человек, говорим, который... Мы говорим про законодательство, да. Публичным слушанием, градостроительный кодекс, что помещение должно быть приспособлено, ну, для всему. Так, ребят, маломобильных групп жителей. Вот человек приехал... Вы кто? Вы просто Единая Россия. Мы люди. Нет, мы нет, тоже, а кто спорит, а я что, ничего, не люди или как? Вы-то люди, да, а я кто? Нет, тогда вот, по вашим словам. Вот, он вам разъясняет, вы как гражданин должны знать законодательство прежде всего. А потом это люди, же не первый публичный толпа случай. И все остальное. Саш, ну я предлагаю все-таки вот туда. Отсюда я доеду. Да, поднять. А дальше мы сейчас Охотину сейчас призовем. Охотина там. Вот, ребят, помогите. Ну, конечно, а здесь не надо, она электрическая. А, сами, да? Да, отсюда нет проблем. Ага, хорошо, они давайте. Таня, а вы откуда узнали про слушание? А у нас объявление было написано. Прямо на подъезде, да? Да, я смотрела в первом корпусе, у них даже объявления про это не было. Угу. А здесь сможете? Попробую. Ой, отойдите, пожалуйста. Ой. Давайте не надо. А, может быть и надо. Сейчас, Тань, секундочку. Назад. Давайте. Держите. Чуть-чуть просто помочь. Так, вот здесь вот регистрация. А надо с собой что-то брать? Нет, нет. Это наш дом, в смысле, представитель от какого-то дома, да? Здесь всех регистрируют, кто пришел на слушание. Вы что-то хотели? Посмотреть, как инвалидуют, поднимать на второй этаж. Даже не поднимется по ступеньке. Нет, он сам поднимает. А где вот этот специалист, соцработник, который должен эту технику управлять? Мы же не допустим, чтобы бабушку уронили. Конечно, сейчас поднимут ее. Вы умеете? Конечно. Вы соцработник? Нет. У нас есть люди, которые сейчас делают. А эти штуки-то перемещать надо туда, да? Они ездят. Они сами. Сами? Ну, давай, ну давайте посмотрим. Ключей нет. Ключей нету? Ну да. Подготовились к публичным слушаниям, называется, да? Значит, они не работают, в нерабочем состоянии получается. Но ключей нет, то есть они не работают. Но это все равно, что машина, у машины нет ключей. Мы у подъезда стояли 20 минут, ждали, чтобы вышла Охотина. Проблема в машине, законодательство, 68 статьи, да? Охотиной, позвоните, пожалуйста, у вас есть ее телефон? Она здесь. Ну, чтобы она сюда спустилась, чтобы она видела эту проблему. Она же организовывает это все. Или пригласите ее. Но они сейчас не в рабочем состоянии. Надо заряжать, это же аккумуляторная машина. Нет, заряжена. А кто специалист? Ведь он, наверное, должен приехать до начала. Молодой человек, инструкции никого нет, да? Да здесь, кроме инструкции, здесь еще человек должен быть, который этой машиной может управлять. А вы можете, пожалуйста, не снимать? Что? А вы можете, пожалуйста, не снимать? Почему? Что, я вам разрешили, да? На что? Извините, вы кто? Я? Да. Житель. Житель? Пришли на публичное слушание? А, вы просто любопытный, да? Он из управы. Он никакой не любопытный, он из управы. А что, из управы не может быть жителем? Может. Да нет, мы спрашиваем как представитель по этой технике. Я не сотрудник управы. А будете больше даже слишком.
Я не сотрудник. Вы ну, давайте, говорите, да? Дальше, говорите. Вы находитесь на публичном мероприятии, правильно? Да, но я... А какое отношение вы к вот это имеете? Никакого, он просто решил помочь. Он же попытка. Как житель? Как житель. А почему я помочь-то не могу? Помогайте, помогайте, давайте. Я, по крайней мере, никак не вы не стою вот так и не снимаю. А вы разговариваете? Я пытаюсь помочь, да. А мы ждем. Ну вот, наша разница в том, что я стараюсь помочь. Ну ключа нет, узнаешь. Знаете, он знает, а ключа нет. Ключ есть. А где он? Вот. У черепахи тортилы? Нет, вон он собрал. Что значит собрание ведет? Интересно. Подождите, вы пришли поскандалить или что? Причем поскандалить? Человек пришел на публичное слушание и не может туда попасть. Время сколько? Я понимаю. 19:09 уже. Началось собрание? Конечно, началось. Объясните, как человеку попасть? Я говорю, вы пришли специально по скандалу или что? Да мы пришли на публичное слушание, и пришел вот этот человек. Если вы не помогаете. Это право прописано в законодательстве, называется градостроительный кодекс. 68-я статья. Здание, где проводится публичное слушание, должно быть приспособлено для посещения маломобильных групп жителей. Мы это видим, что оно не приспособлено. Саш, пойдем, это нужно вот заявить сейчас. Вот эта техника... Она не рабочая, и нету даже специалиста, который ей должен управлять. Это не просто какой-то сотрудник управы, а соцработник. Мы попросили вас пригласить охотника. Она сейчас начала, наверное, собрание. Уже а именно вот человек с этого квартала, который приехал сюда на это собрание, туда попасть не может. Это ненормально. Или собрание остановить, поднять человека, или считать это собрание незаконным, потому что человек не попал. Нет, что взяться, будет и будет, а еще раздуха. А тут самое тяжелое место, опасно сказать. Я тебе еще раз объясняю, взяться не за что, понимаешь? Вот смотри, вот я взялся здесь, он взялся там, а здесь никак не понимаю. Она не рассчитана, что я буду. Если было бы я, две... может быть, рассчитана, чтобы носить если, руках. Если бы ну, хотя бы вот две палки просунуть вот так вот и сделать коромысло, то можно было бы. Если поднять. Палки выдержат. Палки-то выдержат, да. Телегу бы не свалилось. Но даже этого нет. Ручки сломать можно. Они уже сломаны. Ну вот и они уже сломаны. Мне и так хватает вообще быстро. Только не так далеко. Подлокотники все разобраны. Я сейчас хочу озвучить то, что очень важно для всех присутствующих. Женщина задала вопрос. Сейчас внизу сидит инвалид-колясочник и не может сюда попасть. Сейчас мы его сюда доставим. Слушания уже начались. Два ваших аппарата, которые выводите из школы в школу, они просто нерабочие. Сейчас и отключат. Присядьте, Александр Николаевич, я вас услышала. Я отвечу на вопрос. Так а человек там долго будет ждать? Сейчас поднимем. Вы поднимете, когда все закончится? Нет, до этого. Так, значит, вы не готовы? Давайте тогда остановим. Мы нарушаем его право. Александр Николаевич, присядьте, пожалуйста. Я отвечу на вопрос, который... Вы сначала поднимите человека. Не может участвовать в публичных слушаниях. Сейчас поднимут инвалида-колясочника. Мы продолжаем дальше. Уже 20 минут идут публичные слушания. Если вы считаете, что нет смысла, вы можете покинуть это помещение. Я отвечаю на вопрос. Вы нарушаете закон. Я заявляю права человека, который внизу сюда хочет попасть и не может. Я вас услышала, Александр Николаевич. Так давайте можно остановим тогда. Можно я отвечу на вопрос? Остановите слушание, поднимите человека. Остановите. Вы не можете их проводить. У нас, Александр Николаевич, у нас регламент принят. Человек приехал, колясочник-инвалид. И не может сюда попасть. Сейчас поднимем. Вот градостроительный кодекс, который предусматривает отдельным пунктом статьи, что помещение должно быть приспособлено для посещения даже не инвалида-колясочника, а маломобильных групп жителей. Я услышала даже пожилой вас. Человек Николай, сюда должен поднимут, попасть без проблем. Человека, пока он здесь не появится, вот это все незаконно. Я прекращайте вас все слушания. Я вас услышала. Я веду это собрание. Присядьте, Александр Николаевич, на место. И кричите на меня. Выполняйте действия закона. Или вот сюда. Вот, или сюда. Где руки? Нет, вот возьмите вот так. Чтобы я села на эти руки. Вы понимаете? У вас вот так возьмем. Вот так. Ой, ребята, меня сейчас растащили. Как лягушку. Вот и все. Ребят, берите телегу. Ребята, я испугалась первый раз, последний раз, когда была в машине.
все. Ну, вы нас, конечно, боятся, понимаете. Это вам надо бояться. Понял. Уже боюсь. Чтобы шейником не стать. Аккуратненько на случай, я специально поставил его. Видок, конечно, шиторный. Аккуратненько, тихо. Вы согласны вас снимать? А как же? А как же? Пускай вся страна видит. У меня секретов от страны нет. Так, вот это вам помочь? Садитесь. Давайте вас еще раз. Подушки у нас на сторону. Мы крепкие. Что вы? Вот это вы. Ребята, вы да? Отдыхайте, так вам главное вас еще меня в обратную сторону. Да. Хочу вернуться домой, я здесь ничего не буду. Ну, может быть, это и случится теперь. Вместе только с вами, молодой человек. Нет, я не про ночевать. Это... А про что? Я про то, что вы домой вернетесь. Да все время получалось. Ну, нормально. Хорошо. Так, и штанишки надо. Бабушки вернулись. Ой, все, я на улицу. Вот, не-е-е-е-е-е-е-е, поднимаемся в зал. Спасибо. Ну, да, поднимаемся. Спасибо. Это такой вопрос, и его необходимо будет вынести на кровную комиссию, потому что он на этом пятачке действительно... Так, во сколько а она вся остальная попала? Масса стоит восьмого. Между двумя кружками. Тань, вы будете заявление делать, да? А он сказал, что заявление не надо. Вот, но я фамилию им свою. Фамилию, скажите, фамилия, правда. Имя, отчество, полностью. Обозева, Татьяна Алексеевна, Константин, Ольга. Да, Обозева. Ой, пишите, Константин, Ольга. И фамилия. Борис, Ольга. Зинаида, Елена Владимировна. Татьяна Алексеевна, там уже что-то не сделали. Нет, она к школе приехала. Я спрашиваю, во сколько она здесь учится? Вот, вы непосредственно... Здесь было 35 минут. На этаже. Я все зафиксировала время. 19.35. 19.11. 19.35. Все. А внизу она приехала... Нет, вследствие сломанных, вот, как это, оборудование. Это называется подъемник. Вот, да, сломано. Их там даже два было, и я оба знаю. Не работали. Не обеспечили. Какая разница, как, по какой причине они приехали? Она не смогла, Гаша не смогла попасть, правильно? Вовремя она не смогла. Какая причина? Мне кажется, это не столь важно. Ну, по какой причине? Вы будете какой-то документ составлять, я да? Рапорт. Рапорт напишите, да? Мероприятие. То, так, а как... Подождите, а как тогда Татьяна Алексеевна, да, будет это все контролировать? В каком плане контролировать? Ну, рапорт будет подан, не будет. Как это с вами? Будет, не будет. Это входит в мои должностные обязанности. А вы представились, вы кто? Я? Да. Да, я представился. Вот молодой человек, ой, где он? Вот я ему, он мне записал мои данные. Записал он ваши данные, да? Ага, вы из УВД Ясенева, да? Да, из УВД Ясенева. Просто мы вас раньше не видели. Ну, слушай, я просто участковый. А, вы участковый да. Даже, да? Понятно. Первый готов Зачем вы здесь? Руки там надо было, наверное, снять.
или пропитание, чтобы они... Где им чувствовать, что они... Говорите, куда идти? Давай. Ну, чтобы вы не упали. Вот чтобы не упали, я сама контролирую. Потому что если я упаду... Я просто держу вас плечом, чтобы вы вниз не покатились. А я вот слежу, чтобы вы на меня не завалились. Не, ну это... Потому что эти... Нет, вовнутрь, столкните его вовнутрь. Спасибо вам огромное. Да нет, самое да, главное без последствий. Давайте дальше. Ну, там-то проще. Там, да. Самое страшное. Всего доброго. Нет, а там порожек есть, помогите ей. А там уже проще. Там, там все равно порожек есть, да, там приподнять надо. Да. Там можно коврик положить. Спасибо огромное. Ой, вы знаете, я не знаю, как... Координаты я хотела ваши записать на всякий случай.